Кто посмел? Стойте! Сей муж нам не послан свыше. Неужто не постигаете знамения Божьего? Что ты мелешь, дурища? Птицы об осеннюю пору на вешний лад разливаются. Славят воителю грозного, нашей санны жениха нареченного. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Алёшенька! Алёшенька, сыночек мой, вернулся! Ну, еще бы не ладилось. Революцию сделал раз, вот, женился два. Когда ж ты успел-то? А только что, по пути домой. Алешка вернулся. Как звать жену-то? Невесту. Ну, невесту. Вот это покамест. Не уточнено. Саня. 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 А то у холостого человека завидки беру. Входи.
Проходи, девушка, милости просим. Я только на минутку поздравлю молодых докторов. Разденемся, барышня. А ну, швартуйся к нам, овца божия. Разденемся. Так, пожалуйста. А ну, уходи, уходи отсюда, уходи. Покидонс. Пожалуйста. Нет. Ну, что? Ну, синий, который монахи приемлет. Ну! Ну, разве что за молодых. За молодых? Ночь боюсь, их проводи, меня Маруся. Все будет. И жилье, и барахло. А? За другими девушками ухаживают. Цветы дарят. Руку и сердце предлагают. А я прямо девичьи, да в постель. У нас с тобой все наоборот пойдет. Вот жизнь маленько образуется. Я стану за тобой ухаживать. Как жених. Ну, да. Вот. Откроются театры. Увеселения всякие. Парарам, парадам, парам, 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 пам, парам, пам, парам, парам, пам, парам, 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 пам, пам, пам. А хочешь, в цирк сходим? К зверям. А? Цветы куплю. Или украду где? Хочешь? Правда? Клянусь революцией. Но тогда... Горько, Алёшенька.
Рано залег. Контра обратно зашевелилась. Долго мы тут валандаться будем? Не бойся, успеешь к своей купчихе. Учти, Кныш, это в последний раз. Ты о моей жене Василий Егорович. Здорово, ученик. Не ученик, а помощник судового механика. Сюда сердце привело. Или дело есть? Нечто сердце с делом бывает, поврось. А? Революции вот так! Позарез нужны броневики. Мы их вам пригнали еще неделю назад, а вы не в зуб ногой. Только разговор разговаривайте. Ла-ла-ла, да ла-ла-ла. А у нас только горлом и работают. Верно, кто громче орет, тот и герой. Для ремонта нужны материалы, а у нас их нет. Да у вас на дворе до черта материалов. Это ж форменное золотое дно. Конечно, огромный технический опыт этого господина. Не имеет чести знать ни имени, ни звания. Делают его более компетентным, нежели мы в этом вопросе. Но я могу перечистить материалы и средства производства отсутствующие. Вот именно. Отсутствующее. А на кой, пардон, нам это нужно знать? Извиняюсь, конечно, но если так рассуждать, то и революцию нельзя было делать. Я могу не хуже вашего до завтра перечислять, чего у нас не было. У нас не было ни авиации, ни артиллерии, ни продовольственных запасов. Но мы исходили не из того, чего нет, а из того, что есть. И сделали революцию. И довольно неплохо. Скажите, Стрельский, кто этот водоплавающий демосфен? Что вы, Марков, неужели не узнали? Это же советский Стенька Разин. Слушай сюда. Имя этого кореша пока еще не гремит в промышленном мире, но котелок у него варит, хорошо варит, и районный партийный комитет поручает ему обеспечить вас всем необходимым для ремонта броневиков. Все материалы у вас под боком, на железнодорожных складах. Открыл Америку. А то мы не знали. Ходили мы туда, Лех, все пороги побивали. Ну? Да. Так они как собаки, да, на сене. Сами не, да, пользуют и другим не дают. Значит, плохо просили, без души. И еще как просили, можно сказать, умоляли. Так они нас с каланчой за шею вытолкали. Вот. Просить надо с подходцем. Дело тонкое. Вот увидите, мне они не откажут. А ну, погляди, да. Здорово, служба. Здоров. Патроны есть? Да. Ну, а кто сказал, пролетарий всех стран соединяется? Знать надо своих учителей. Давай.
Сходи, служба. Так, подержи. Держи, держи! Стой! 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 Собирайся, что ли? Куда? Куда, куда? На Кудыкину гору. Ну, пошли. Послушай, Кныш, когда кончится вся эта буза? Долго мне еще тут без дела торчать? Да, вы достаточно натворили дел, гражданин Зворыкин. Ты что, с ума сошел? Подумаешь, начальство, меня этим не запугаешь. Молчать, мародерий! Ты не в кубрике! О. Подумаешь, начальство. Ты снюхался с классовым врагом и сам стал сволочью. Ты что, белины объелся? Кныш. Я же ваших железнодорожных жлобов по-хорошему просил. Отдайте металл. Встань. Но они ж как собаки на сене. Сами не жрут и других не пускают. В зашей гады вытолкают. Встать! Людей в тюрьму сажают за мешок пшена. Не надо, Кныш. Ты меня с мешочниками не равняй. Не надо. Да ладно, хватит дурочку строить. А то ты знаешь, я ведь к начальству пойду. Да, у начальства нет других забот, как с купеческими зятьками валандаться. Ах, вон что. Тогда понятно. А ты думаешь, я не видал, как ты на нее зенки пялил? Небось, сам не прочь на мое место. Я думал, в тебе проснется классовая совесть. Ой. Да черного кобеля не отмоешь до бела. Кури, кури. Ты разложился возле купчишек. Перерожденец ты. Анархистующий элемент. Таким не место ни в революции, ни в нашей жизни. Иди. Я вынужден передать дело в ЧК. Иди, иди. Я иду, 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 собаки лают на беду, да. Я иду, 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 собаки. Гляди-ка, комиссар в стенку изрисовал. А? Художник. Слышь, смотри, это что-то вроде верблюд на колесах. Автомобиль будущего. Кстати, ему на нем сроду не ездить. Это чему ж? Потому что таких, как он, мы в будущее светлое не возьмем. Чу, светлое будущее! Светлое будущее! Слышь, Зворык, а это твой урыльник лошадь догнать может? Да врет он все, я ему. Может. Ты давно по тюрьмам шляешься? Давно, и при том режиме. А ты в шофера иди. Кто ж меня за руль посадит? А чё? Шаганку меня посадят, бутырку посадят. Еще на перегонки пойдешь. С тобой, что ли? И со мной можно. Да врёшь, Танька, ну что ты? Я не могу поверить. Вы не поступите так. Причем здесь я, Александра Дмитриевна? Закон. Ваш муж совершил тягчайшее преступление. Он ограбил железнодорожный склад. Похитил тонны стали, железа. Ну не для себя же. Какое это имеет значение? Поймите, Александра Дмитриевна, если мы не накажем Зворыкина, какой пример мы подадим? Как защитим наше молодое, неохрепшее государство от жуликов, бандитов, от расхитителей всех мастей? Не
не говорите так. Это же ваш друг. Тем более, я не имею права быть снисходительным. Господи, Кныш, миленький, ну как же так? Что вы? Что вы, Александра Дмитриевна? Как вы можете плакать из-за него? Вы посмотрите на себя и на него. Вы чистая, светлая. А он весь в этом своем преступлении. Жадные, загребущие руки, готовые схватить все, что плохо лежит. Ведь он и вас также схватил. Походя, почти не замечая, что он делает. Кто вам дал право так говорить о нем? Выстрадал это право. Александра Дмитриевна, послушайте. Я знаю одного человека. Он не чета Зворыкину. Прямой, цельный во всем. Не нужен мне этот человек. Да и я ему не нужна. Вы имеете в виду свое происхождение. Он простит его вам. Он поднимет вас до себя. Санна, у меня только две любимых. Революция и ты. Я полюбил тебя, как только увидел. Я сидел на твоей свадьбе и думал, что я умру. Умру от боли. Не говорите, так нельзя. Я буду так говорить. У меня никого не было. Ты будешь первой и единственной моей женщиной. Пустите! Пустите! Пустите меня! Поднимите вашего начальника. Он, видать, в коленках ослаб. Не надо! Не надо! Уйдите! 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 Ты думаешь, тебе разрешено шевариться с такими людьми, как Алексей Зворыкин? Нарушение революционной законности, расхищение государственной собственности, экономическая контрреволюция. Ясно. Районный партийный комитет берет ответственность на себя. А вообще, Кныш, получше стереги свои железки и не строй из себя чекиста. Какой дурак, я надоумил. Ты же сам говорил, броневики позарез нужны. Да выходит, броневики нужны, а бронепоезд снаряд нет, так что ли? Учти, что по партийной линии мы тебе еще всыпем. Слушай, броневики-то хоть будут? А? Роллс-Ройс? Броневики, спрашивай, будут? Будут. А? Будут. Откуда же вы материал возьмете? А это не твоя забота. Разве вас не весь отобрали? Отобрали. Что нашли? Ну и жук ты. Так, значит, обстоит дело. Ну, а со мной что будет? Решением Московского партийного комитета ты остаешься директором этого завода. Директором? Давай на дорожку, а?
Степ, может, сбережем, а? На память. А когда вернешься, это разопьем. Ну что ж, ладно, давай. Ага. На стаканчик возьми. Ну, час добрый. Ничего, Леш, везде будет порядок. Старый гибнет, новый нарождается. Дела наши осложнились, товарищи. Лучшие люди ушли на фронт, но планы наши остаются в силе. Перед нами большие задачи. Мы должны в кратчайший срок начать выпуск продукции. Автомобили будем делать. Наши, советские. Вот какая штука. Ты понимаешь, что ты делаешь? Из государственного кармана воруешь? Это какие гвозди? Это же социалистические гвозди! Скажи, гад, что ты все понял, что ты раскаялся и будешь политграмоту учить или прощать? Ой, оставь, дальше? Не буду воровать. Что? Политграмоту буду учить. Вот так вот. Ой, ой, больно! А теперь собирай гвозди. Ты смотри, а. Ну, Варвара, спасибо тебе большое. За сохранение социалистических гвоздей. Ладно тебе. Хорошо. Thank you.
Саня. Саня, сыграй-ка что-нибудь революционное. Ой, Сёмка! Милый, вернулся. Здорово, Сёмка. Вернулся. Иду-иду, собаки лают на беду, да. Я иду-иду, иду, собаки лают на беду, да. Чё-то Стёп затасковал. Все фронты прошел живым-здоровым. Радоваться надо. Знаешь, Лёш, отвык я от мирной жизни. Вот куда определиться, не знаю. Только к нам на завод. С рабочим классом не пропадешь. Серосешка проехал всю Сибирь. Слышь, Лёш? Пешком прошел, да. Вот. Что ни говори, а на фронте было легче. Ты знаешь, яснее, то это понятно. А теперь в этом НЭПе что-то я никак не разберусь. Ты знаешь, вот где то, где это, непонятно, Леш. Брось баланду травить. Ну? Ты же фронтовик. Иногда нужно уметь понимать, что может быть временный отход перед наступлением. Да отход-то ясно, отход. А вот это-то... Да. Да, Лёш. Стёп. А? Пойдем, попаримся. А то что-то кости ноют. А? Ну вот, Лёш, пошли. Здравствуйте. Здоров. Разрешите. Вот ваша личная машина. А что, я Рябушинский, что ли? Вы директор автомобильного завода. Вам положена личная машина. Ну, раз положено, Стёпа. А? Олег Житух, да? Апартаменты, личная машина. Во, теперь тебе камердина и полный порядок. Алексей Петрович, вот ваш новый шофер. Выдержанный идейный товарищ. Прекрасная характеристика, сам напросился. Да мы уж встречались. На сессии. А где же еще? Ты откуда взялся-то? Да вас тогда наслушался. Вот на шофера выучился. Кому из ребят не расскажу, где мы познакомились, никто не верит. Ну давай, садись. Не, садись за пассажира, садись. У меня закон такой. Я за баранку никого не пускаю. Ташкин. Да? Поехали. Попаримся, куда? А? Что вы, Алексей Петрович? Мне на собрание надо. Мне там такую баню устроят, что и попарят, и пропесочат. Ну ничего, пар костей не ломит. Поехали. Семейство тебе кланяется. Отец благословение шлет. И помощи ожидает. Какой еще помощи? Великий вождь сия Руси в своей несравненной мудрости даровал советской державе новую экономическую политику. Даровал? Даровал, даровал. Только ты мне здесь свои политграмоты не читай. И в Писании сказано, Иисус изгнал торгашей из храма. Пометуя все это, родитель наш решил завесть замочную мастерскую. Только вот с патентом туговато. Ты б сказала своему. Он ведь там с верховными правителями вожается. Может, чего и... У тебя есть деньги на трамвай? Или дать тебе? Отказываешь, значит. Ну-ну. Эх, ой, гляди, Санна.
Накличешь ты отцовское проклятие. Ох, накличешь. Слушай, катись ты отсюда колбасой. Устала я. Неужто вы сегодня работали? Ага, у нас воскресник был. Господи, и все-то у вас не по-людски, все-то у вас не по-божески. То-то и гляжу я сам, наша плоха ты стала. Ой, как плоха. А такая ли ты была у родителя? Поглядела б ты на Алешку, какая рожа. А у тебя одни косточки остались. Заездят они тебя совсем. Ой, ай, ой. Истину речу ты, линия судьбы. Быть тебе брошенкой. Ай, ай, ай. Стоило столько чужой и своей крови проливать, что вот такая сволочь здравствовала. Тебе люди цирк показывают, а ты недоволен. Заигрались. Спокойно. Ослабли нервишки. А, Кныш, ты еще жив? Как видишь. Давненько мы с тобой не виделись-то. Не узнаю тебя. Он вроде не из Хлюпиков был. Не понимаю, о чем говоришь. Да ты уж тут недавно один хиляк, член партии, тоже не выдержал всего этого и сам себя приговорил к вышке. И не понял, дурак, что это выстрел не в себя, а во всех нас. Будь болтать-то. Глядеть противно на эту погонь. А мне приятно. Глянь, взбодрились люди, заиграли. Такие люди. Не что это люди, а не выношу нытиков и критиканов. На гребне жизни надо идти. Гребень. Я уж лучше Алешке поверю, что это временный отход. Все готово, можно заводить. А? Василий Андреевич, посмотри, пожалуйста, здесь. Послушайте, Марков,
Наш друг Рубинчик сделал гениальный расчет рамы. Стараюсь. Сомневаюсь. Товарищ директор, посмотрите, какой изящный расчет. Ай-яй-яй, поймал. Ай, поймал, да? А вы думали, что я владею высшей математикой? Но я овладею ей, Марков, при всем прочем, что нужно директору. И вы мне сами в этом поможете. Хотите вы этого или нет? Помогу. Конечно. А вы? Не знаю. Ну, ладно. Айда. Ну что ж, давай. А ну давай на больших. Иди сюда. Посмотри, какой красавец. Алло! Не любишь ты технику? Я людей люблю. Что это? Вас товарищ Магараев вызывает. Постой. Слушаю, товарищ Магараев. Алло? Товарищ Магараев, мы можем рапортовать, что задание выполнено. Новый мотор? Проверен. Не вру. Да что он там, ей-богу, ну что, почему? Сейчас не вру. Товарищ Магараев, вы можете... Ну скажи ему, что есть! Есть мотор! Вы можете смело Вы можете смело докладывать, что советский грузовик есть. Есть! Скажи ему, что есть! Советский грузовик есть! Есть! Александр Дмитриевна, вы сегодня так экстравагантны. Чего? Я говорю, вам очень идет эта рыжая лиса. И особенно да. Это зеленая шапочка. Дамам всегда идет зеленый цвет. Сбегаешь? Сбегаю, Леша. Назад в твою жизнь. Что это значит? Это значит, еще год такой жизни, и ты окажешься слишком далеко от меня. Ладно, врать ты скажи, просто работать не хочешь. Нет, нет. Я решила вернуться к своей главной работе. Быть женой Зворыкина. Угу. А ты не жена? Да. Я слишком устаю. Я сказала себе, завод или директор. Я выбираю директора. Вы уволены. Слово имеет участник гражданской войны товарищ Рузаев. Товарищи, мировая буржуазия скапливает силы и наглеет с каждым часом. Но акулам империализма не удержать всемирного революционного движения, опорой которому будет колонна наших советских грузовиков. Сегодня мы вбили первый гвоздь в гроб мировой буржуазии.
Да здравствует первый советский автомобиль! Ура! Ура! Неужели в такой день удержаться не мог? Леш, выпил с рабочим классом кружку пива, за первый советский автомобиль, за победу над империализмом. На тебя народ равняться должен. У меня все в порядке, от людей не отрываюсь. Пойдем, пойдем, Степа. И это твой друг? До гроба. Он прекрасный человек, но в какой-то момент не все понял. Затасковал, потерялся. Мне не нравится твой покорный тон. Почему ты не дерешься за человека? Хоть бы в такой день стружку не снимать. А с меня тоже снимают. Не пуха, не кора, змей! Членам семей в последнюю очередь. Все, Саня. И тебя забраковали. Нечего нюни распускать. Вывод ясен. Надо еще учиться современному автомобилестроению. У кого? У его величества Форда. Поедешь в Америку, в Детройт. Вот. Лёшка с Америки пишет. Пишет, что вещи складывает, скоро вернется. В гостях хорошо, а дом лучше. Доел, значит, капиталистов. Услужение быть. Ты, Стёп, не трепись, лучше наливай. Он учится. Автомобильный университет проходит. Что, университет? Капиталист хорошим все равно ничему не научит. А мы их не наука, их и побьем. Ух ты. А тебе-то, может, хватит. Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, хватит, ладно, хватит. Ну, ладно, ладно. Сиди, сиди, открой, открой. Швартуйся к нам, овца божья! Ой, сестра пришла, Фенечка! Держи. Это тебе. И зачем столько роскошного шматья одному человеку, а? Живи, пока живется. О счастье думай иногда. Выпивай, когда придется, а веселись всегда. А разве сейчас может креп-мерикен, а? Только креп, только мерикен.
Хорош. Подбивай итоги, морячок. Ничего не вышло. Ни в целом, ни в частности. Алешку капиталиста в науке. Саньку спекулянтов. Все спуталось. Никого вокруг. Степа! Что с тобой? Степа! Что с тобой, родной? Гони вон эту сволочь из Ошкиного дома! Хорошо, Степа! Гони! Хорошо! Гони, чтоб ты видел! Хорошо, Степа! Гони, ты спекулянт! Хорошо, отсюда! Хорошо, хорошо, Степа! Ровнее, ровнее, сухарик! Ну, криво ложишь, складочки у тебя. Ты что, хочешь, чтобы высокий гость ног сломал, что ли? Сплю и вижу. Ты смотри, товарищ сухарик, мне кажется, что ты играешь на руку врагу. Больше скажу, ты не играешь, а подыгрываешь. Тебе не кажется, что ты идиот? Мне кажется, товарищ сухарик, кажется, что такой шпане, как вы, место не в комсомоле. Нет? Да. Да, а в колонии для малолетних преступников. Такие комсомольские поручения я больше не выполняю. Легкой жизни захотел. А когда мы перекоп брали, легко было? Мы пахали. Ты, что? Я говорю, пахали мы. Смотри, сухарик. А вот ковры я стелить не буду. Я тебя не халуй. Ха. Ну и сухарик. Так, ты у меня доиграешься. В комсомольскую ячейку. Вам чего? Алексей вернулся? Вернулся. Я к нему. Одну секундочку. Директор занят. Занят? Занят. Ну, ладно. Значит, подождем. Я же сказал, зря сидите. Директор занят. Что значит занят? А мне, может, важно, чтобы он отчитался передо мной, хозяином завода. Отчетный доклад директора в пятницу в 6 вечера. Мне плевать на собрание. Мне, может, важно, чтобы он доложил мне. Лично? Лично. Вас 1000, а директор 1. Если надо, должен всю 1000 принять. Товарищ, освободите помещение. Ну, ладно. Не могу, гражданочки. Дорогие мои, ну не могу. Дайте хоть экспериментальный под крышу подвесить. А потом будем думать о яслях. Ну ладно. Мы тебя под такую крышу подведем, ты нас попомнишь. Пошли, бабы! Пошли. Черт, ты безрогий. Не могу, не могу. Леш, что это за порядки такие? Трудящегося человека, о, не пускают под твои светлые очи. Может, революция кончилась? Да революция не кончилась, Степа. Просто она становится деловой. Чего у тебя? Да так, ничего. Знаешь, Леша, мне, может, принцип важен. Послушай, Степ, а вы, бабушки, что тут елозите? Почетный коврик расстилаем. Я тебе дам коврик, паразит, товарищ Магараев, за это голову снимет! Убрать! Убрать. Я пошел механически, приедет Магараев, позвони. Слушай. Леш, а он же целый час как на заводе. Да ты что? В экспериментальный цех пошел. Чего ж ты не сказал? Попробуем. Ну, а бензин с низким октановым числом он сильно не любит? Напротив. Очень... Покладистая. Покладистая машина. Хорошо. А, здорово. Так вот. Сколько таких машин может выпускать ваш завод в месяц? А все зависит от конвейера. Как? От конвейера все зависит. От конвейера. Необходима срочная реконструкция завода. Ах, вот она. Реконструкция завода.
Видите, какой он быстрый. Пройдемте ко мне, товарищ Маграев. Я вам покажу чертежи и расчеты. Ладно, пойдем. Останусь вам. Друг ты мой, для наших могучих строек и ужасных дорог нужны нам машины более сильные, более мощные, а более... А вы видите такую машину? Она не уступит никаким иностранцам. Ну, хорошо, пойдем. Ну, это все ясно. А вот товарищи сомневаются, заслуживает ли твой грузовик конвейера. Ну, конечно, у Форда покупать выгоднее. А может, хватит спускать золото и валюту капиталистов? Да я тебя понимаю, милый ты мой, но это чувство. А речь идет о деле. Наши противники как рассуждают? Есть заботы поважнее твоего завода. Железные дороги должны строить, паровозы должны строить. Мы должны стать... Товарищ Магараев, вложите средства. Вложите средства в наш завод. И я клянусь, что мы вытесним и Фордов, и Ситроенов со всех наших дорог. Мы окупимся столицей. Ведь как-никак будущее за автомобилем. Пожалуйста. Ну, Пташкин, Пташкин. Одну секундочку, товарищи. Одну секунду, вы где находитесь? Это что ж такое? Пташкин! Пташкин! Есть Пташкин! Верни матерей, чтоб сейчас забрали пацанов! Так они не возьмут, товарищ директор! Покуда вы Кляпина не пообещаете построить им ясли! Такое их постановление! Я тебе дам постановление! Эй, мамаши! Женщины! Дамочки! Ну, Пташкин! Неважно получается, товарищ Зворыкин. Ой. Ты с такой простой задачей не справился. Ну, как же тебе доверить судьбу всего советского автомобилестроения? Товарищ Антон, Пташкин, ну что ж ты, Пташкин? Есть Пташкин? Ну, ладно, пойди, верни их. Будут им ясли. Слышь, Пташкин? Есть. Так вот, друг мой, докажешь, что наш грузовик лучше, проходимее, выносливее всех этих, как ты изволил выразиться, Фордов, Ситроенов. И начнется советское автомобилестроение с большой буквы. Как вас понимать, товарищ Антон? А очень просто. Путь к реконструкции завода лежит через большой международный автопробег. И при всем моем уважении к вашему опыту, товарищ Стрельский, все это чепуха на постном масле. Что-то не припомню подобного термина в справочнике Хютте. Дорогой мой, меня не запугаешь вашим инженерским талмудом. Экспериментальный цех должен быть увеличен вдвое против нынешнего. В нем будущее завода. Залог его мобильности. Простите меня, но вы все еще мыслите в масштабах братьев-разбойников Рябушинских. А нам жить при социализме. Вам ясно? Форд вскружил вам голову, но здесь не Детройт. Ну вот и поговори с ним. Голова у меня в порядке. Но я понял одно. Надо самостоятельно и широко мыслить. Не следовать общепризнанным образцам, но и не изобретать пилу наново. Надо смотреть на 100, на 200, на 300 лет вперед. А не жить сегодняшним днем. И вот мое второе замечание. Фордовский конвейер нам копировать ни к чему. Нам не нужны ни его скорости, ни дробность операции. Но вы же сами же говорили, что конвейер – сердце завода. И готов повторять это без конца. Ну, что у вас получается? Поточный метод – это прежде всего рассчитанный ритм. Задержись поток хоть в одной точке, сразу нарушится вся планомерность работы. Я могу вам показать на вашей схеме 7, даже 8 точек, где у вас будут накапливаться полуобработанные детали. В одном месте заезд и каюк всей линии вообще. К
Критиковать хорошо, куда сложнее дать конструктивные предложения. Извольте. Надо использовать межцеховую конвейеризацию. Браво. Это значит сводить цеха в одно целое. Почему нет? И не расстраивайтесь, Стрельский. Капиталисты шли к потоку через серийное производство. А мы минуем эту стадию. Скачок? Да еще какой. А за проделанную работу нижайший поклон. Да. Сейчас нужно жить так, как будто бы пробег уже позади. И вопрос о реконструкции уже решен. Как только нам скажут, приступайте. Мы бухнем на стол все чертежи и расчеты. А? Ничего не скажешь убедительно. Хорошо тебя обучили на иголову. Ну, давайте по каждому цеху в 11. Комсомол, давай тащи чертежи сюда. Петрович, ну-ка подпиши. Пожалуйста. Ну вот, теперь у нас ясли есть. Не хмурься, Стрельский. Нас бьют нашим же оружием. Ну вот. Куртка готова. Теперь брюки. Дай-ка померяю. Ну и талия у тебя 65. Как у чахоточной девицы в последнюю весну. А я и думал, что это последняя весна. Зато у тебя, талия, да будь здоров. Не балуй тут без меня. Доноси Володьку по высшему классу. Во-первых, не Володька, а Ниночку. На кой мне твоя Ниночка? Мне нужен парень. Наследник моих дум. Потомственный мировой гонщик, инженер-автомобилист, мой первый друг и товарищ. А хочешь за раз и Володьку, и Ниночку, а, по-моему, ты потянешь. Алёш, а как с пробегом? Чего? Не боишься? Вдруг провалитесь? Угу. Не должны. Когда я уезжал из Америки, Форд между собой устроил по ихнему коктейль. И поднял за меня тост. За советского, мол, Форда. Я говорю, мне еще далеко до этого высшего в автомобильном мире титула. Но отблагодарим мы вас за науку тем, что создадим грузовик получше фордовского. Он засмеялся. Старик мудрейший, очень. Когда, говорит, русские чего сделают, гуталин там или сейлку, они сразу объявляют это лучшим в мире. Сделайте простой автомобиль, чтобы по земле катился. И я поклялся. Вклеить этому Форду со всем моим, конечно, уважением. Или вы берете меня в пробег, или вот заявление об уходе. Ого. Пустыни, и без вас песка хватает. А вы так и не научились уважать людей, с которыми вы работаете. Да уж куда нам научиться. А вот вчера меня спросили, есть у вас кандидатура на пост главного конструктора. А что я ответил? Ну и что вы ответили? Ну и что ты ответил? Да есть, говорю. Кто ж такой, позвольте спросить? Да один вздорный такой, никудышный старикашка. А фамилия-то как? Марков. Ну что сказать перед дорогой? Может, лучше просто помолчать, а? Isn't it? I guess so. Благодарить нам друг друга незачем. И отъезжающие, и остающиеся бок о бок работали, вместе мучились, не досыпали, а бывало и радовались. That's so. Sure, maybe. Yes, yes. И там, в пробеге, мы будем все вместе.
И я уверен, мы докажем себя, вернемся и поставим на конвейер наш первый советский автомобиль! Товарищи, не товарищи, мы будем давать до 30-40 машин в месяц. Как наверху планируют. Ишь, черти, зазнались уже. Ладно, вернемся, обсудим. Обсудим. До скорого. До скорого. Тебе.
Ну как? Шамол қаядан есеткенін сезепсам, одатта уже томанды құду болады. Анық білмеймен ол, лекін су болыш керек. Где колодец? Где? А? Там, да? Керек. Албатта, албатта болады. Хорошо. Рассказывай, какими судьбами? Ну, врать не стану. Сам к тебе напросился. Люблю быть на переднем крае. Вот. Направлен к тебе заместителем по хозяйственной части. Ничего не понимаю. Думаешь, один ты и учился. Я тоже времени зря не терял. Промакадемию закончил. Ну и, честно говоря, соскучился по живому делу. А в канцеляриях славы не высидишь. Ну да. Надо идти на гребне жизни, так кажется. Точно. А пробегу придается огромнейшее значение. Идти из дому. Угу. Этот инженеров. А. Мозговой центр не дремлет. А ты думал? Почитаем в тишине. Так, это ребятам. Это что такое? Это что вот такое? Вот раз. Собственные произведения не узнаешь. А где ж? Дочь. Где ж Володька? Дочь, Ниночка. А где ж Володька, а? Вот упрямая женщина. Ну, я же ей парня заказывал. Вот вечно на своем настоит, а? Ну, я тебе пропишу. Ну, а ты женат, Кныш? Да нет, не сподобился. Ну, и правильно сделал. 4,5 кило, а? Смотри, Кныш! Степан! Как книжки, 10 лет в пути. Здорово! Здорово! Что это? Леша, это такой. Да это ж Нина Алексеевна. Это ж 4,5 кило. Это ж товарищ Зворыкина, а? Ну-ка, ну-ка. Очень даже похоже. Знаешь, вылитый ты. Вылитый. Поздравляю. Вот, братцы, великое дело жизнь, а? Как она людьми крутит. Вот мы снова втроем и при общем деле. Да, только расстановка сил немножко другая. То ты верховодил, а тебе... Разве в этом дело? Да ладно, Леш, был такой грех, споткнулся. Вовремя понял, теперь снова на ногах. Великое дело, дружба. Знаешь ли, хорошо, что мне сюда в пробег с собой взял. Все дерьмо с меня как потоком смыло. Я еще учиться пойду. Ну да. Ей-богу, а то видишь, я тебя обгоню. Обгонишься? Обгоню. Обгоню. Пробег, пробег. Трамплин для каждого из нас. Что ты имеешь в виду? Ну, для тебя пробег, реконструкция завода, конвейер, новое слово в автомобильстроении. Ну, у Степана свои планы. А для тебя? Знаешь, Алексей,
Есть люди, способные брать на себя ответственность. А есть так только место занимать. Ну, ты, конечно, из тех и способных. Думаю, что так. Вот, смотри, встретим с победой. Им не страшна пустыня. Известие. Так держать, товарищи автомобилисты. Хорошо, Леша. Алексей, Варикин, il n'y a pas d'eau dans le délateur. Спокойно, спокойно. De l'eau. Спокойно. De l'eau, s'il vous plaît. Простите, о чем вы раньше думали? Да. Пташкин, отдай воду мусью. Нет, может быть, француз сам виноват? Почему вовремя не обратился за помощью? Действительно, теперь прибежал. Отдай воду мусью. Я организую ребят. Знаешь, как пионеры костры тушат? Алексей Петрович, мы заправим его машину из личных запасов. Ну что ты, Пташкин, действуй. Ну ладно, пошли, ребята. Мерси, камерад. Хорошо. Давай, давай. Ну ладно. Будем работать вместе. Займешься техническим обеспечением пробега. Ясно. Секундочку, секундочку, товарищи, секундочку. Секундочку, товарищи. А, подождите, товарищи. Директор, мне очереди. Прошу. Леди и джентльмены, благодарю вас за оказанное доверие. Отдам все силы автопробега. Гады. Отвали, начальник. Иди вон, чучело. Я ведь бью только два раза. Один раз по голове, другой раз по крышке гроба. Ну, отойди от насоса, товарищ. Туда-сюда, туда-сюда.
мистер Вараксер. Буксир, буксир вас. Ну что, сел? А ну давай не стоять. Уже стой, кардан полетел. Срочно меняйте. Да, точно, точно тебе говорю. У скорпиона, ну это как у фаланги, укус смертелен. Точно. Слышь, так говорит. У скорпиона. У скорпиона. Укус. Смертельный! Да, пуры скорпионы, я сон. Больше уважаю скорпиона. Он скорпион. Ползай. А фаланга? Фаланга? Она служена... Прыгает! Выше, попрыгает. Вот так вот прыгает. Он на пидем. Много у вас здесь этой гадости? Такой гадости! Навал! Здесь надо спать полглаза. Лучше не спать. Это и еще... Ты серпенти? Скалопендра! 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 Мама, мама! Встречаемся завтра в 8. Оп, в 8. Sigarette, me ne danno, anche il mio motore è sfinito. Sì, andiamo a letto, ma Pietra! Ma i ducchi mi ricordano questi duschi! Прошу, прошу, угощайтесь. Оу, thanks. Хорошая машина, Ford. Very good, Ford. Во, машина. Yes, but Soviet trucks, trucks, very good. Best in the world. That's what you keep telling us. Ничего не понял. Эй, советская машина, very good. Что, советская что? Машина, very good. А, наша? Наша советская машина? Ай,
Алексей Петрович! Алексей Петрович! 3-2 все еще не в нашу пользу. Здрасте, спасибо. А что случилось? Выбыла итальянская команда. Наши ребят немножко рассказали о пустыне, о ее фауне, так сказать, о змейках, скорпиончиках и прочих зверюшках. Ну, Бенит понял, что все это не оговорено в его контракте с Фиатом и подорвал. То есть понял, что он безболезненно может вернуться к цивилизации. Вот так. У меня все. Да. Рахмат. Ты ребят подначил. Спасибо. Брось. Я так мелко не плаваю. Но скажу тебе прямо. Спасибо. Плакать не стану. Странный ты, Кныш. Это ты странный. Пробег для тебя все. А со стороны ты вроде мечтаешь, чтобы тебе вставили перо. Воду иностранцам. Запчасти иностранцам, спасибо. Все в первую очередь иностранцам. На кой черт тебе это надо? Я хочу честной игры. Спасибо. Я хочу знать, имеет ли право наш грузовик встать на конвейер. Или он требует доработки. Тогда надо было устроить пробег на испытание. А ты сам превратил его в гонки. А здесь уж не техника. Здесь политика. Вся страна ждет, естественно, чтобы победили мы. Престиж Родины, сам понимаешь. Не убей меня громкими словами. И тем не менее, пустыня едва началась. А мы уже лишились 3 машин. Против 2 их. У тебя большие цели, Алексей. И нечего исходить розовым сиропом. Большие цели должны достигаться чистыми средствами. Спасибо. Панама, иди к полей на голову. Ну, давай, на. Ну, куда все накинулись? Ну, куда ты льешь? Ты на голову лей, Панам. Ты куда ушел, Панам? А ну, ребяточки, разойдитесь, товарищи. Вместо того, чтобы насыщать свои желудки, вы бы, между прочим, Сухарик и ты, Варахин и все прочие, почистили бы машину. Что цепишь? Ты что, серьезно обиделся? Брось, птах, смотри, как вкусно. Да ладно. Ну, пошли к ребятам. Спутались тропинки у лесной сторожки, только почему-то нет тебя и нет. На березах ветер оборвал сережки, и рябина кровью омывает свет. На березах ветер оборвал сережки, и рябина кровью омывает свет. Там не за горами синие туманы, белые туманы застилают ввысь. Встану утром рано, позову нежданно, только ты, пожалуйста, отзовись. Встану утром рано, позову нежданно, только ты, пожалуйста, отзовись. Все дорожки леса, все тропинки леса не случайно сходятся у моих ворот. Будь и ты внимательна, будь и ты внимательна, отыщи тропинку, что ко мне ведет. Будь и ты внимательна, будь и ты внимательна, а
отыщи тропинку, что ко мне ведет. Guarda un po' chi è venuto. Покидаете нас, Бенито. Domanda se è vero che lo piantiamo. Sì, 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 signor Zorikin. Да, signor Zorikin. Con vostro deserto. С вашей пустыней шутить нельзя. Славный вы парень. Dice che sei un bravo ragazzo. Жалко вас терять. E gli dispiace di perderti. Hai capito? Ma per voi, ma для вас же лучше. Меньше конкуренти. Фиат – превосходная машина. Интересно с такой потягаться. Интересно venirne a capo. Io non ci voglio. Но Бенито говорит, он не может рисковать. У него большая семья. Послушайте, Бенито, не так страшен черт, как его морю. Дьявол, он не così brutto, come lo si dice. I padroni si difendono fra loro. Да, но вы говорите так, потому что хозяин всегда держит сторону хозяина. Это он обо мне? Да я рабочий класс. Dice che lui fa parte della classe operaia. Forse prima sì. Ma adesso sei uno. Это раньше вы были рабочий. А теперь вы тоже состоятельный человек. Я живу на одну зарплату. Вот он, токарь универсал. Получает больше моего. Как это может быть? А я ударник. Ну, работаю я по-ударному. Что это? Ну, труд. Труд, да еще ударный. Ударный труд. Ну, как это объяснить? Когда работает не за страх, а за совесть. С умом, с расчетом. Нет. Мы не можем понять, как это рабочий получает больше, чем хозяин. Да в том-то и дело, что он никакой не хозяин. То есть он хозяин, но такой же хозяин, как я, как все у нас подожди, рабочие. Петь, подожди, сейчас ему объясню. Подожди. Кто? Я ему объясню. Кто у вас король? У царя, царя, как вашего зовут? Король. Да. Виктор Эммануил, под номером третьим. Так ну? Вот вы скиньте вашего Виктора Эммануиловича, как мы своего Николашку, 17-м. И все? Все, палец не должен. Да. И ты, слушай, ты богаче самого Фиата будешь. Во-во. Не слушайте их. Они хитрые люди. Это красная пропаганда. Леша, это пропаганда. Сеньоры, а вы с тобой Бенито говорит. Абьямо лаворат вместе. Работали. Мне очень жалко покидать вас. Вы хорошие люди. Он от сердца желает вам большие успехи. Ну ладно. Ну, счастливые ребята. Salute ragazzi, eh? Sì, tutto mi pare lui.
Нужна вода. Вот колодец, вот мы. Поедешь по этой дороге? Хорошо? Ясно. С водой. Давай с водой, поехали. Thank you.
Чуть-чуть, он остронцами. До конца пробега будешь считаться под домашним арестом! Без паники, без паники! Гоу!
Непростительное мальчишество. Не знал, что ты меня так нежно любишь. Я беспокоюсь за тебя, потому что ты нужен стране. Спасибо, я бросил. Ты за что сидел, Вороксин? Кто сидел? Откуда вы взяли? Да ты не тушуйся. Ты ж меня гражданином-начальником назвал. За что сидел? Грабеж, кражи, бандитизм. Молодой был глупый. А сейчас ты старый и умный. Рецидивист ты, Вороксин. Полушки за тебя не дам. Иди. Дело дрянь. Выиграть пробег имеет шанс 5 машин. 2 наших, 2 Форда и Титроен. Остальные? Часть осталась в пустыне. Часть нуждается в серьезном ремонте. Что с тобой? Басмаческая пуля на излете. Нечего на рожон лезть. За тебя же черта боялся. Как ты мне предан. Нас ведь 2 осталось. Значит, загорать здесь будем? Нет. Придется финишировать раздельно. Раздельно так раздельно. Не слишком ли ты спокоен? Самое главное осталось позади. Наши машины показали себя прекрасно. Мы понесли серьезные потери. Простая случайность, но их было достаточно. Наши грузовики не дотянут до финиша. Ты представляешь, что тогда будет? Завтра пробегом следит вся наша страна, Алеша. Хватит паниковать. Я не паникую, но мы не имеем права на неудачи. Мы не такие люди, чтобы проигрывать.
Слушай, Кныш, ты веришь в нечистую силу? Вроде бы это меня по черепушке съездило. Нет, серьезно. Что происходит с фордами? Выходят вроде исправными. Разваливаются, не пойму с чего. Ребята болтают, тут дело нечисто. Кто болтает? За такую болтовню знаешь, что полагается? Странная штука время. Мне с годами людей все жальче. Не жальче, конечно, ты сам понимаешь. А в тебе все больше злобы. Злобы? Во мне сердце кипит от любви к революции. А беспощадность — другая сторона этой любви. Жаль, что ничему другому тебя не научила революция. Размяк ты, Алешка, как навоз, вот теперь. А знаешь, Кныш, по-моему, все дело в том, что тебя бабы не любили. А мне не нужно. Мне этого добра и без любви. Вот так хватало. Будешь ты спать или нет? Чего тебя черти разымают? Тихо. Спи. Чего ты его боишься? Чего он тебе сделает? Алексей Петрович? Тебя Кныш заставил? Нет, я сам. Ври больше. Чего теперь врать? Не крути ворак, сын. Сами видите, как он дрейфит. Но я решил ему служить. Зачем тебе это надо? Боялся, как бы из-под домашнего ареста сразу в тюрягу не попасть. Что другому сойдет, мне не в жизнь. Сами знаете, какой за мной хвост. Это дело прошлое. Вам-то легко рассуждать. А Кныш вот по-другому думает. Ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Вот что, Кныш, оставь Вараксина в покое. Ты кого защищаешь? Шпану? Уголовника? Человека, Кныш. Человека. А, ну да. Ты же его знаешь. Молчи. За карьеру опасаешься. Заранее виновных ищешь. Ты что? Белины объелся. Пробег для тебя трамплин, так ты говорил. Не выйдет. Таких, как ты, на пушечный выстрел к людям не подпустит. А это мы еще посмотрим. А тут нечего смотреть. Всему твоему вездесуйству грош цена. На ора поберешь. Чу! Хотите пари? Что? Пари, окей. Ставлю свои часы против бутылки белой лошади, White Horse, что я финиширую первым. О, я первый.
До свидания, Кныш. Ты останешься до прибытия отставших участников, чтобы финишировать общей группой. Это приказ, товарищ Кныш. Механиком со мной поедет Вараксин. Стоп. Так не пойдет. Пойдет. Ты очень плохо действуешь на окружающих, на меня в том числе. Ты хозяйственник и занимайся, чем тебе положено. И не суйся не в свое дело. Ладно. Еще не вечер. Поговорим потом. Сколько угодно. Только после пробега. Джоу! Все в порядке? Файн! Snap out of it. It's the sun, I guess. It's the sun. Что случилось? Sun. Sunstroke. He's had it. Солнечный шок. А ваш механик может вести машину? Механик хорош. Шофер барахло. Пари ваши. Нет, спор ведут машины, а не люди. Вараксин. He says it's a contest between machines, not men. Поведешь Форда, обгонишь меня, придешь к финишу первым, прощу тебе ночные подвиги. Честное слово коммуниста. Он поведет машину.
Это не барахло. Чего загораешь? Смотри. Все ясно. Мотор заклинило. Где же ваша белая лошадь? Да, я проиграл. Виски ваша. Это вам. No. На память. Watch is yours. На память. For our friendship.
Полезай в кузов. Буду ждать колонну. Что так? Финиширую с ребятами. Успеха вам. А за меня не волнуйтесь. Thank you.